Центр поддержки предпринимательства – это создание благоприятных условий для эффективной деятельности предпринимательских структур Республики Дагестан, обучение и повышение предпринимательской грамотности бизнесменов. В зале городского муниципалитета с предпринимателями Хасавюрта состоялась беседа на данную тематику. Агентство активно поддерживает деятельность предпринимателей и содействует в оказании помощи. 3 года назад создали наш центр, называется «Государственный автономный учреждение Центр поддержки предпринимательства», где сконцентрированы основные вопросы поддержки предпринимательства. Будем говорить, это каждый по принципу одного окна. Начиная со всех видов консультаций, и как открыть бизнес, какие виды налогообложения, какие выгодны, чем выгодно открыть ИП, ООО и так далее, КПХ. Все виды поддержки, консультации, бухгалтерские, маркетинговые, юридическое сопровождение предпринимателей в нашем центре. Называется Центр поддержки предпринимательства. В то же время в нашем центре, подведомственное агентство по предпринимательству. В то же время в нашем центре, есть несколько структур функциональных, отдельно направленных, узко специальные, можно сказать, самое. Например, там называют, сейчас новые имена пошли, название называется Центр инжиниринговый центр. Это такое предприятие, структура которой между наукой и производством. Есть у нас много идейных людей, идейных предпринимателей, свои идеи выдвигают, и его внедрить в производство. Этот центр помогает. В целях повышения доступности услуг лизинга субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности, привлечения инвестиций в экономику республики постановлением правительства Республики Дагестан от 24 сентября 2013 года создан фонд «Дагестанская лизинговая компания». Предмет лизинга – производственное и технологическое оборудование, специальная техника и транспорт. Функции и полномочия осуществляет агентство по предпринимательству. Основным видом деятельности нашей организации является предоставление поручительств при получении ими кредитов в коммерческих банках, с которыми гарантийный фонд заключил соглашение. Поручительство нашего фонда предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным как ИП и юрлицам, не имеющим никаких задолженностей перед государством. На дату обращения при получении ими кредита, которые ведут свою деятельность не менее 3 месяцев, имеющий свой залог не менее 30% от суммы получения кредита и уплатившим гарантийному фонду вознаграждение не от той суммы, которую вы берете, а от той суммы, которую мы за вас поручаемся, от 0,75 до 1,25% годовых. Банки, с которыми мы заключили соглашение и работаем, это такие как Сбербанк, Россельхозбанк, Кредитинвест, Возрождение. Также мы заключили с МСП банком соглашение в феврале. Мы являемся ихними агентами. Функции входят сбор документы, и также мы отправляем, являемся банком, можно сказать. На одного заемщика предоставляется гарантия до 25 миллионов рублей. Гости из столицы республики рассказали и поделились полезной информацией не только для действующих предпринимателей, но и начинающих. По завершению семинар-совещания работникам городского и районного муниципалитета были вручены почетные грамоты за вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».